Здравствуйте, спасибо, что зашли в гости. Сегодня приготовим котошу по-вголемону. Это куриный суп по-гречески. А вголемоно – это яично-лимонный соус, смешанный с бульоном. Очень часто встречается в греческой кухне во вторых блюдах и супах. Отварить курицу и очистить ее от пенки. В рецепте пишу целую курицу, но нам больше нравится из куриных ножек. Вынуть мясо с бульона и дать остыть. Посолить бульон и добавить хорошо промытый рис. Пока варится рис, отделяем мясо от костей. Удаляем кожу тоже. Как только сварится рис, добавляем мясо в суп. Забираем 3-4 половника бульона, чтобы приготовить авголемон. Выжать сок с 2 лимонов. Взбиваем хорошо 2 яйца. Постоянно помешивая, вливаем тонкой струйкой лимонный сок. Продолжая помешивать, добавляем в яичную смесь горячий бульон тонкой струйкой. Таким образом подогреваем яйца, чтобы не свернулись, когда добавим суп. Готовое вголемоно вливаем в горячий суп. Если суп остыл, должны довести до кипения. Наливаем оливковое масло для вкуса. Суп готов. Приятного аппетита. Калиорекс. В Греции этот суп считается лекарством от простуды. Когда были маленькими, бабушки всегда нам варили котошу по-вголемону. С вами была Мария из Греции. Целую, обнимаю крепко. До скорого. Пока.